Всем привет! Сегодня расскажу про кузов этого автомобиля, где наиболее вероятные места коррозии. Вы видите, практически все детали сняты, единственное капот. Итак, давайте посмотрим повнимательнее. Сейчас я вам все покажу и расскажу. Вот здесь еще кузов защита не обдиралась, то есть под передними подкрылками. На задних я вам точно покажу вот эти вот места. То есть здесь под передними подкрылками это левая сторона. Такая вот картина. Сейчас я вам покажу порог, видите, технологические отверстия здесь. То есть сейчас порог уже практически зачищен от коррозии. Но местами она осталась все равно. И это будет в процессе удаления. Так, по порогу давайте посмотрим через технологическое отверстие. Вот смотрите, видите? Просвечивается свет. Это дырки тонкие. То есть вот здесь вот видно, что здесь конкретно дырки. Остальные тонкие дырки размером с иголку. То есть и вот здесь видно еще ржавчина. То есть следы вот эти я еще не убрал. Это еще в процессе. Так, давайте посмотрим верхнюю часть порога. В таком состоянии то, что удалось убрать, коррозия. Самые проблемные места вот здесь вот, смотрите, под накладками. Вот эту вот заднюю сторону посмотрим порога. Здесь также светим технологическое отверстие. То есть здесь задняя часть в норме, дырок нет. Вот это вот внутренняя сторона, черный вот этот след, это вот коррозия. Внутренняя сторона арки. И вот самый верх тоже. Здесь необходимо насварить шпильку, она сгнила. Дальше вот по шпилькам самые больные места, то есть район шпилек. Вот здесь вот под этими местами креплений, под заглушками технологическими, кстати, все нормально. Вот здесь ржавчину нашли. Вот здесь в районе шланга, видите, вот здесь коррозия под заглушками. Это крепление для локера. Вот здесь вот крепление для глушителя. Тоже посмотрите, здесь коррозия, это то, что удалось еще снять. Вот это все осталось. Пойдемте посмотрим с другой стороны. С другой стороны это правая сторона. У нас получается аналогично крепление под глушитель. Вот здесь вот все это снимается. Здесь под заглушками. Вот здесь вот тоже коррозия. Дальше вот здесь все нормально все. Снова шпилька. Вот здесь нормально. Все, вот эти вот места. Здесь нормально я снял. Но тоже что-то осталось. Снова возвращаемся к тормозному шлангу. Вот здесь вот места коррозии. Внутренняя часть порога. Показываю заднее правое колесо, то есть дырок нету. Сам порог. Вот заднего колеса веду к переднему. То есть видите, что стало. Ну вот, к примеру, вот здесь вот необходимо доделать. То есть видно коррозия.
Смотрите предыдущее видео, я показывал там первоначальный вид этих порогов, то что было. Сейчас посмотрим дырки в пороге через технологическое отверстие. Здесь тоже коррозия, это видно. Так вот, здесь с дырками норма, здесь дырок нету. Передняя арка правого колеса. То есть вот так вот выглядит. Здесь я еще под шпильками ничего не снимал, надо посмотреть. Вот здесь шпильки тоже нету. То есть местами на машине, где стоят окера, вот отсутствуют шпильки, они сгнили. И забыл вам показать, задняя внутренняя арка заднего правого колеса в таком вот состоянии. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!